Здравствуйте, друзья! Мы снова на нашей стройке. Вы видите, интересный элемент появился. Вот черная бумага и сеточка вокруг нее. Это значит, что вот появляется такое основание, на которое потом наносится штукатурка. Так, давайте зайдем через гараж. Свет, скажи, пожалуйста, что у нас новенького? Вот смотри, какая у нас красота. Так, что... О! Действительно, это будут скайлайты. Да. Ой, смотри, будет видно небо и будет видно дерево. Оно же, наверное, когда-то будет зеленое. Да. Вот, так что... Так, ну слушай, что же. Слушай, оно осветляет. Вот, смотри, через эти дырки налился дождь сегодня. Сегодня с утра было немножко дождя, да. Потому что оно темное сейчас все. Да. А, немножко темноватое, несмотря на то, что скайлайт. И мне казалось, что 4 фута это много. Они же такие маленькие. А что света за труба такая на крышу пошла? А это всегда, когда у тебя кран стоит, должен так. Для давления, балансировки давления идти на крышу, иначе вода не будет поступать. А, окей. А, слушай, ну мне казалось, что скайлайты очень а большие. А вот солнышко, смотри, пошло солнышко. Подожди, но скайлайты должны быть большие, это 4 фута все-таки, 2 на 4 фута. Тут есть вполне 4 фута. Но ты понимаешь, они такие малюсенькие вообще. Света, 4 фута это много, а когда ты смотришь на большой крыше, то это мало. Мало. Попугая куда длиннее. Так, ну слушай, что же. Но когда солнце вышло, ну мне казалось, что должно быть еще сильнее. У нас там еще будут два больших скайлайта. Да. Ну вот эти сантоновые, вот здесь вот. Да. Вот они будут идти вдоль, то есть мы их расположим. Хорошо, так, Свет, они будут квадратные. А что за это время произошло? Ты видишь какие-то изменения? Изменения какие-то? Ну как же? Дело в том, что мы не можем двигаться с крышей, потому что нам нужно разрешение, пройти инспекцию. Да. А снаружи вот мы делаем наружные стенки. Ну это правда. То есть у нас сейчас больше изменений снаружи пошло? Да. У нас пошло, вот видишь, вот там уже... Ну пойдем посмотрим. Это самое черное. Вот видишь, что черное? Я вижу, черная бумага торчит. Сейчас мы выйдем на улицу. Солнце с той стороны. Ну я надеюсь, нас тут забор прикроет. Оп. Вот так оно вот и идет. Аккуратно, не это... Да. Тут что-то почище как-то стало. Здесь какие-то доски раньше были. Стало почище, стало симпатично. Так. Бумага. Ну, такая, в два слоя, по-моему, она тут идет. Да. Ну и вот со двора. Здесь явно стало меньше хлама на улице. И стало реальнее выйти и так показать что-нибудь вот с этой стороны. Мы никогда не заходили. Так, давайте вот тут посмотрим. Ну что же, хорошо. Солнышко сегодня то выходит, то заходит. Но холодно. Довольно прохладно, да. Довольно прохладно. Ты знаешь что, просто я думаю, что вот эти скайлайты, они дают много света, но за счет того, что стенки темные у нас... Да. Понимаешь, оно поглощается. Когда стенки будут светлые, это будет совершенно другое дело. Ну, на самом деле, очень, очень много будет зависеть от не только от стен, еще от того, как они покрашены. Да, у нас же будет очень светлая кухня еще к тому же. Ты да? знаешь, что солнце выходит, мне хочется снять пиджак, а солнце... Холодно, а да, солнце очень заходит, холодно. И в тени прохладно. Холодно. Да. Но вообще говоря, симпатично получается. Знаешь, я очень довольна. Вот. Все новые дома строятся с фаер-спринклерами. С брызгалками. Такими, с брызгалками. Да. Значит, в общем-то, это не дешевое удовольствие. Нет. Довольно дорого. И это отдельный проект. То есть нанимается отдельная компания, которая должна сделать проект и утвердить его в Сити. Значит, они его в Сити уже утвердили. И прислали мне чертежи утвержденные. И сказали, что они появятся здесь на проекте после того, как электрик сделает освещение. Да. Чтобы они не интерферировали с электрическими этим. Да. И здесь у них было запланировано по чертежам вот это вот вся... Наш потолок вот этот вот было запланировано, что у них тут трубочки идут. Ну. Я ему говорю, что так не получится, потому что у нас тут нету чердака. Вот. Он говорит, ну это, говорит, не страшно, мы это самое... А вообще, говорит, у вас есть чердак? Я говорю, да, вот здесь у нас есть чердак, вот никаких проблем нету, у нас чердак, все хорошо. Да. Он говорит, тогда мы пустим трубочки по чердаку и просто подсоединимся вот сюда, да? Потому что тут должны быть тоже всякие штучки эти. Хорошо. Вот. Так что вот это вот из того, что новое есть. Ну, я думаю, что когда будут делать, намного нагляднее будет, чем сейчас, когда так в теории так находится. Да, да. Ну, в общем, я должна заняться сейчас электрикой и все это расположить. И во вторник Светлана пойдет, сегодня воскресенье, а во вторник... Утром рано, да, потому что надо в 7:30 идти, на холоде стоять получать. Там. Хорошо. Да. Все, поехали. Счастливо, друзья. Угу.